Вот собралась же уже. Уже даже почти вышла. Кошелек где? Нет, где кошелек? Вот раньше телефоном расплачиваешься. Все, проблем у тебя нет. Повылазили. Япона, мать. Ребята, у меня повылазили штуки. Я же посеяла их. Сейчас на балкон вынесу. Сейчас, погодите. Здравствуйте, я рада вас видеть, мои сладкие. Ты посмотри, за два дня. За два дня попрорастали. А там у меня еще лобелии, кстати, выросли. Я даже забыла, что мне надо. Раньше телефоном расплачиваешься, все, никаких тебе забот, хлопот нет, да? А сейчас все. Халява закончилась. Будь любезен, таскать с собой кошелек и таскать с собой карты и все прочее. В общем, я этот кошелек постоянно где-то теряю, постоянно забываю. Думала, серьги переодеть или ладно, уже пусть будет. Не, давайте переоденем. Одену. Тоже с жемчугом, другие. По поводу браслета у меня спросили как-то, я что-то не ответила. Да, это жемчуг. Мне нравится. Вообще, мне кажется, жемчуг меня успокаивает. Видите, я последнее время в жемчуге хожу, все успокоиться пытаюсь. Успокоюсь ли? Успокою ли я себя, чтоб никого не посылать. Я сегодня хочу сделать прямой эфир. Не знаю, получится, захочется ли пока, да, пока планирую. Ногти буду красить. Сейчас тут у меня, видите, длинный-длинный болтик, который закручивается, ввинчивается в ухо. Зато никогда не потеряешь, они очень надежные, мне они очень нравятся. Снимать их, конечно, это целая история. Я надену с жемчугом, ну вот эти. Они тоже очень красивые, мне они тоже нравятся. И вот эти красивые, я их тоже люблю. С тремя жемчужинами. И вот эти красивые. Вообще у меня несколько с жемчугом. Эти тоже красивые. Такие необычные они. Ну, сегодня вот эти с большими надену бусинками. Вообще, мне кажется, мне жемчуг идет. Ну-ка, может, правда это? Я люблю жемчуг. Не, вот эти все-таки. Я сразу, у меня настроение было под них. Я еще, когда с утра встала, думаю, надену их. Я его переплела вместе с золотым, чтобы они не были в разнобое, чтобы они были друг с другом. У меня есть другие жемчужные браслеты, тоже красивые. Все, не будем ковыряться, поехали, а то я сейчас как обычно... Так, стоп, выключить наоборот. Как обычно сейчас застряну. Так, что сегодня будет на мне? Помимо одежды. Прямо не знаю, слушайте, все такое классное. Не поняла. Все такое классное, все такое сладкое, вкусное. Вот здесь был Dolce Pineapple. Так называется. В прошлый раз я тоже ими брызгалась. Угу. Это то, чего я хочу сегодня. Вся обрызгаться еще сюда. Олечка, зачем вы обливаетесь духами? Мне нравится. Мне нравится, что вы больны немного. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда не живешь от земной.
На улице, между прочим, минус. Поэтому я хочу шею прикрыть. Все. Так и попрем. Но надену я кроссовки. Зимнюю обувь я уже носить не могу, извините. Это выше моих сил. Давай уже. Ты посмотри, а язык застрял. Вылазь. Я еще хочу заехать. Заехать в фикс прайс, просто пощелкать, посмотреть. И хочу, слушайте, фикс прайс — это, конечно, здорово. А где все мои карточки? Перекрестка, фикс прайса, хренайса. Вот это у меня вопрос интересует. У меня столько карточек этих вот, которые карточки скидочные. А где они все? Сейчас, погодите. Но так же быть не должно. Я же должна ими пользоваться, в конце концов. Где вы все? Ну, девчонки. И ведь хер найдешь. Слушайте, представляете? Ни одной карточки не могу найти, вплоть до той, что у меня перекрестка. Где они есть? А, нет. А ведь сейчас... Не пойму. Черт пойми, что здесь у меня. Ну, не то, что нужно. Ну, ладно, в общем, побежали, друзья мои сладкие. С этим солнцем. Поехали по делам. Ну, ладно, пойдемте.